а в деревне и веселье, и краса, и завидуют деревне небеса. Здравствуйте, с вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Сегодня я хотела бы вас познакомить со своей небольшой коллекцией деревенских домиков. Да. Что такое деревня? Это зори, закаты румяные, чистый воздух, река и утес. Вот мои сокровища все перед вами. Я постаралась их поставить. Смотрите, постараюсь как можно меньше говорить, как можно больше показывать. Хотела бы остановить ваше внимание вот на этих пятерых домиках. 1, 2, 3, 4, 5. Вы наверняка заметили, что все эти домики, они одинаковы по форме, но имеют отличие в своей росписи. Я часто слышу от знакомых: Света, зачем тебе очередной домик? У тебя их уже 2, у тебя их уже 3. Знаете, друзья, у меня их может быть даже 10, потому что каждый из них уникален по-своему. В принципе, с этими домиками можно играться в игру «Найди отличия». Посмотрите, вот я их все поставила, как я назвала, парадным входом. А теперь поворачиваем. Называем это хозяйственный вход. И опять же, что мы наблюдаем? Что каждый домик имеет отличие в росписи. Этот домик вообще уникален, потому как здесь при хозяйственном ходе художник не нарисовал этого входа, значит, он без входа. Так, все заметили отличие. Поворачиваем. Повернись, как говорится, к лесу задом, ко мне передом. Одно моменто. Вот. И опять же, посмотрите, отличие в росписи крыши, разного цвета окошек. Но в этом домике, конечно, окошка нет. Я догадываюсь, почему этот домик так скромно расписан. Я потом поделюсь своими догадками с вами. Ну и вот сторона, где у нас окошко и плетень. Здесь, конечно, плетень не наблюдается. Самый, конечно, роскошный домик из этой серии – это вот этот. Тут самая яркая, самая такая точная, красивая, хорошо законченная роспись. Тут художник постарался на славу. Но этот домик мне тоже очень дорог. Я хорошо понимаю мастера. Наверное, он просто очень сильно спешил, чтобы выполнить пятилетку. Помните, какие были времена? Так, а вот этот вот скромненький домичек. Не смотрите на меня, что я такой скромненький и бледненький. Этот домик находится в последнем каталоге советских елочных игрушек. Вот он удостоен почетного места. Из каталожных игрушек у меня еще вот этот кошкин дом. Вот те кошечка. Подождите. Вот тут ее хвостик. Есть такой еще кошкин дом на прищепке, мечта моя. Ну, когда-нибудь она сбудется наверняка. Если я чего-то хочу, я это от жизни получаю. Единственный домик моей коллекции на прищепке. Хочу старушку. Хочу. А вот еще вот этот домик. Сейчас еще взглядом. Вот. Тоже такой скромненький. Бледненький. Он даже в каталоге так представлен. Тоже удостоен почетного места и звания быть в каталоге. Вообще в каталоге советских елочных игрушек место для таких вот игрушек, как домики, часы, цветы, там им уделяется мало места, как бы мало страниц. Я себе не представляю, если бы авторы хотели разместить там все экземпляры, которые они располагают, то этот каталог, наверное, бы имел 1500 страниц. Вот самый новый каталог, там, вот там... Вот там, я забыла, 349 или 429. Ну, в общем, много страниц. Это тяжеленная
Великолепная книга. Если будет у кого-то возможность, советую приобрести. А вот когда я смотрю вот на эти вот 5 домиков, мне почему-то сразу приходят слова. Миновали дождливые дни, первый снег неожиданно выпал, и все крыши в селе и плетни, и деревья в саду он усыпал. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, что, казалось бы, одинаковые, но нет. Вот этот вот, мое тоже сокровище. Многие коллекционеры хотят его иметь. Вот совсем не вовремя пришел мне смс, извините, пожалуйста. Ну вот так. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, на которые, конечно, буду стараться по мере возможности отвечать. И еще у меня к вам один вопрос. Что бы вы хотели увидеть в следующем видео? Цветочки или грибочки? Потому как елочные игрушки на прищепках из серии там «Сказочные персонажи» или «Космическая тема», «Морская тема», тема символики. Все это я буду показывать вам, дорогие друзья, позже. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А сейчас я желаю вам всем крепкого здоровья. Берегите себя, особенно своих бабушек и дедушек, потому что во время коронавируса именно они больше всех страдают. Здоровья всем и счастья. До новых встреч. Пока-пока. Канал для тех, у кого Новый год круглый год.